Гатчинский марш в исполнении оркестра народных инструментов «Садко». Творческий коллектив молодой, ему нет и года. Его отец-основатель, дирижер Сергей Шалыгин, уверен, у них большое будущее. Оркестр уже играет на популярном самарском фестивале «Маэстро марш». Впереди еще много конкурсов. Прекрасно то, что этот конкурс проходит как раз в начале учебного года. Это хорошо для того, что они сразу приходят в форму, не к марту месяцу, а уже они уже сейчас в форме. Хороший стимул для детей. Это одно дело играть сольно, выступать самому, но другое дело играть в ансамбле, в коллективе, в оркестре, где нужно играть, уметь слаженно со всеми. Вот. И этому навыку как раз-то и обучают в оркестре, чтобы была гармония, единение. 15-й межрегиональный музыкальный фестиваль-конкурс «Маэстро марш» посвящен 220-летию похода через Альпы российской армии, возглавляемой полководцем Александром Суворовым. Исполнители могли сыграть несколько произведений, однако обязательно должен был прозвучать марш, посвященный этому событию. Юных музыкантов это не смущало. Наоборот, рассказывают родители, дети рвались на сцену, как на поле битвы, за славой и наградами, как солдаты суворовской армии. Ему нравится выступать на сцене, ему нравится, как он мне сказал, мама говорит, я тебе говорю по большому секрету, мне нравится, когда мне хлопают, это так приятно. Поэтому, конечно, да, ему очень так это воодушевляет, и ему хочется и петь, и играть, и, в общем-то, выступать как можно больше на сцене. За два конкурсных дня жюри прослушало несколько десятков маршей и других музыкальных произведений и пришло к выводу – мастерство растет. Детские коллективы радуют именно качеством исполнения. Когда есть толковые преподаватели, когда есть на кого равняться, когда есть товарищи, которые, вот, допустим, учились в музыкальной школе, перешли в музыкальное училище и там повышают свой профессиональный уровень, естественно, и общий профессиональный уровень исполнительства растет, и дети заинтересовываются и показывают именно количество переходит в качество, то, чего хотелось бы побольше. Фестиваль «Маэстро марш» для многих музыкантов стал своеобразным трамплином во взрослую творческую жизнь. Лауреаты и дипломаты конкурса поступают и удачно заканчивают академии и консерватории. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.